Добрый сынку. Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube канала, Дзен канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех приветствую. Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как всегда, проходит конкурс. На данный момент мы разыграем вот такой вот кейсик. Спасибо большое, кстати говоря, спонсору данного конкурса. Народу участвует мало, залетайте. Ссылка на конкурс в описании под этим роликом на группу ВКонтакте. Также мы разыгрываем в нашей группе ВКонтакте не только скины CSGO, но и ключи на игры. Поэтому залетайте. Всем удачи, всем приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на вот такой вот, я так понимаю, это газировка. Да. Сильно газированный напиток. Напиток безалкогольный, сильно газированный, ароматизированный, со вкусом лимон-лайм. Добрый. Добрый. Вкус лимон-лайм. Добрый, если я не ошибаюсь, это фирма, которая делает соки. Добрый. Сок добрый, да. Сок она делает. Вот они, да. Зеленого цвета такие. Помню, помню. Вкусные соки пробовал. Вот я смотрю, они начали еще и газировки делать. Довольно-таки вроде как давно начали, кстати, делать газировки. Добрый. Потому что давно видел на прилавках магазина эти газировки. Я так понимаю, это что-то наподобие газировки Sprite от фирмы американской Coca-Cola, PepsiCo Holdings. А у меня тут наушники опять упали. И это, скорее всего, что-то наподобие как раз-таки вот этой американской фирмы сделано. Напитка американского. 0,33 литра. Покупал в Бристоле за 50 рублей. Ну, погнали пробовать. Хочу пить. Ой-ой-ой. Ну, по запаху лайм и лимон, в принципе. Мултон Партнерс. ООО. Изготовитель. Ну не, я бы не сказал, что это Спрайт. Я бы сказал, что-то это немного другое. Но в любом случае тут нету типа намека на то, что надо делать прям как спрайт и так далее. Можно же и по-другому сделать, правильно? Хотя в одно время может быть и похоже на спрайт. Может быть похоже. Я делал уже обзор на Антолу. Там тоже лимон лайм вроде был. На Яндекс.Дзене что ролик есть. Можете зайти посмотреть, если интересно. Там у нас
Фантолла. Фантолла это от черноголовки. Спрайт от Фантолова. Черноголовка снова удивляет. Фантолла лайм. Вот там реально на кока... на спрайт было похоже. И там в этом ролике я как раз таки говорил про то, что спрайт я давно уже не пробовал. Поэтому ничего не могу сказать по вкусу. Вроде плюс-минус похож, а вроде и нет. Хрен знает. Но по поводу сильной газированности. Правдивая информация. Он реально сильно газированный напиток. Напиток, в принципе, вкусный. Мне нравится. Что-то прям хотел рассказать и забыл что-то. Забыл. Пейте охлажденным. Этих вроде нету. Кофеина ничего нет. Ну да, кофеин вроде не используется здесь. Все вроде нормально, обычный напиток. Обычный вроде вкусный напиток, которому оценка от меня явно будет пятерочка. Очень вкусно, мне понравилось. И по поводу ролика того. Блин, очень сильно газированный. У меня до сих пор в горле вот тут остались эти пузырьки. Так вот. По поводу напитка. Я рассказывал вам в этом ролике про спрайт от Фантолы, от черноголовки. Так вот, вы этот ролик можете посмотреть на Яндекс.Дзене. Ролик на Яндекс.Дзене этот уже вышел. Также все ролики мои выходят на Яндекс.Дзене намного быстрее, поэтому подписывайтесь, ссылка в описании, если кому-то интересно. Вот про это я хотел сказать. Данному напитку оценочка моя пятерочка идет. Вкусный напиток, мне понравился. Вкусный напиток. Вот по поводу схожести на спрайт не знаю, но вроде похоже, вроде что-то похоже. На этом все, всем большое спасибо за просмотр, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, до скорых встреч и всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.